Здравствуйте, приветствую вас на канале Быстрое SEO. Сегодня мы с вами поговорим об очень перспективном, на мой взгляд, проекте OptiToken. Сейчас мы находимся на официальном сайте проекта. Вот вы можете увидеть, как он пишется. Это очень важный момент, потому что сейчас в мире криптовалюты очень много мошенников, которые пытаются создавать фейковые страницы проектов. И под этими страницами собирают средства на свои кошельки. Итак, видимо, optitoken.io. На странице сайта доступны в правом верхнем углу контакты проекта, это Reddit, Facebook, Twitter, канал Телеграма, блог Medium и ветка на bitcointalk.org в форуме. Самое важное — это, конечно же, white paper, где вы можете ознакомиться полностью с техническими характеристиками проекта, детальное описание перспектив, стоимость токена и прочие моменты. Также здесь мы видим кнопочку Buy Now. Нажимаем и читаем, что предпродажа открыта. И на предпродаже выставлено 8 миллионов оптитокенов, стоимость 9 евроцентов. Бонус, который получается на предпродаже, это 25%. Первые 25 покупателей не имеют никаких ограничений, ни минимальных, ни максимальных. Соответственно, после этого уже вводятся ограничения 3500 евро. Если вы являетесь крупным инвестором, для вас будет отдельное предложение, специальные скидки, договоры и так далее. Это мы пишем на электронную почту info@optitoken.io. Итак, период продажи — это второй квартал 2018 год. Тип токена ERC-20 на эфириуме. Всего выпущено токенов 280 миллионов. Обозначается он OCTI. Доступно будет для покупки 196 миллионов. Hard cap 24 миллиона евро. Soft cap 225. Все непроданные токены будут сожжены. Чтобы вознаградить первых инвесторов, мы уже говорили с вами об этом, 25% получается. Также мы здесь увидим продажу токенов, от скольки до скольки, так сказать, дорожная карта продажи токенов. Распределение токенов — это публичная продажа 70%, команда 14%, в развитие компании 4%, инвесторам 2,5%, баунти, аирдроп 5%, адвизоры 2,5%, юридическая помощь 1%, безопасность 1%. Итак, пишут в новостях про проект. Далее команда. Основатель и генеральный директор — это профессиональный трейдер Шон Доната. Работает он в этой сфере, в сфере трейдерства с 2013 года. Это основной плюс компании, которая будет заниматься алгометрической торговлей токенами в автоматическом режиме. Звучит это так. Чтобы более понятно вам было, опять же говорю, необходимо изучить белую бумагу.
она же White Paper. Вот видим мы остальную команду. Джон бизнес менеджер, Себастьян сеньор, софтвер инженер, маркетолог. В общем, все ребята имеют огромный опыт за плечами. Поэтому рекомендую вам изучить проект и подумать над инвестированием в него. Свое решение для себя я уже принял. Всем удачи!